Еще одна маленькая девочка была похищена в Нижнем Новгороде, но ее удалось спасти. Это было именно похищение, так как педофил избил ребенка и хотел надругаться над ней, но его спугнули. Ну, в общем, самое страшное, то, что он мог сделать, он не сделал, слава богу. Попытался, да? Да. Она, конечно, оказывала сопротивление. Экспертиза показала то, что изнасилования не было. Но была попытка, да, вот он... Да. В нашем основном выпуске мы надеемся показать самого подозреваемого похитителя. Об этом и не только в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале ЧЕ.